И добро пожаловать, ребятки, и сегодня у нас будет очень интересная игрушечка под названием Дипер, как-то так она называется. Посоветовал мне ее подписчик, спасибо тебе большое, передаю тебе большущий привет. Ну и в принципе, смотри, вы мне написали, что там какое-то белое лицо гоняется за нами, и что там реально что-то страшненько. Ну и смотри, в принципе, погнали, посмотрим на это белое лицо, что у нас там в этой игре находится. Так, началась наша игра. Так, так, скипать мы не будем, хорошо. Вообще вся игра такая пиксельная, это довольно-таки интересно даже поиграть в такую графику. И смотри. Так, там, короче, какое-то белое лицо. По скриншотам я понял, что там какая-то дичь. Ну и, в принципе, погнали, позырим, что у нас тут. Так, бегать мы не можем, прыгать мы не можем, приседать мы не можем. Это что? Как-то это... О, так, вот, подожди, запустить... Так, я запустил генератор, 1 из 10. Хорошо, нам надо запустить 10 генераторов, тогда мы пройдем эту игру, я так понимаю, окей. Погнали запускать генераторы. Я думаю, что тут довольно-таки все просто, им нас никакая фигня за задницу не схватит. Так, тихо, давай. Смотри, уже 3 генератора. Вау, 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 так, не понял. Вау, 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 ты кто? Так, беги. Нихренашечки. Кто это был? Можно спрятаться? Вау! Так, рожа, отвали! Нахер! Вау! Game over. Окей. Нихерашечки! Да, там какая-то реально белая рожа, вот такущая, блин, летает, блин, капец. Окей, смотри. Раз. Вот мне кажется, она отсюда появляется, да? Где-то. Или она рандомно как-то ездит. У нее есть какая-то определенная тактика? Так, давай-ка сюда. Блин, капец. Тут коридоров-то дохерища. Так, тихонько. Давай. Так, отлично. Так, она где-то, значит, тут летает, эта башка, окей. Башкенция. Тут. Вау. Тихонько. Не смей. Так, давай. Вообще, все это быстро перезапускается, не надо так долго ждать. Фух, да, рожа напугала нас, однако. Ладно, окей, продолжаем дальше свой путь. Так, вот он. Давай, вот этот. Мы не пробовали еще генератор. Смотри, уже 5 генераторов запустили. Так, отлично. 6. Так, давай, не испытывай мое терпение, игра. Так. 7. Так, теперь 8. Ой, так, я вижу вдалеке еще генератор. Давай туда сходим. Ой, как меня напрягает эта рожа. Где? Вау! Беги! Чё, кто охренел? Эта рожа просто летает вообще очень быстро. А как? Окей, мы почти прошли игру. Вообще просто там осталось вроде как 2 генератора, что ли, починить. Фух, ладно, окей. Давай попробуем еще раз. Меня завлекло, однако, завлекло. Смотри, я не знаю, нужно ли нам вообще бежать как бы на выход вот сюда, как бы. Активируйте 10 генераторов. Довольно-таки вроде как простая тема, но все равно, блин, мне уж страшно. Так, давай-ка все будем активировать сразу отсюда. Чтобы все было намного проще. Ой. Кто там летает? Давай, засранец. Активируй. Все активируй. Так, тихо. Как бы знать, где она? Это рожа, что ли, там? Она мне уже будет сейчас из кустов везде мерещиться, окей. Тихо. Не сметь, но... Так, тихо, это что? Так, это лампы, да? Как бы там вдалеке. Окей, я тебя понял, хорошо. Вот вроде...
простая задача, как бы активировать 10 генераторов, но однако, очень страшненько. С этой рожей. Так, 6 уже. 6 штук запитали. Окей. Тихонько. Непонятно, где эта рожа находится тогда. Опа. Вау! Беги, она сейчас схватит нас, точно говорю, нет, прошу, не надо, уберись. Сука! Так, окей, нам надо создать тактику против этой рожи. Как бы мы... Самое максимальное мы сейчас завели 8 только генераторов. Так, окей, один есть. Смотри, будем ходить как бы... Не знаю, короче, я продумал вроде как тактику, вроде она должна сработать. Давай самых сейчас дальних угла... Ой, нет, не смей. Вот самых сейчас дальних углах надо активировать, то есть я так понял... Ой, тихо, она там пролетела. Рожа пошла туда. Тихо. Рожа тут летает просто вообще, как у себя дома. Так, смотри, значит, вообще все довольно-таки... Так, давай. Опа, так, четенько. Так, тихо. Вот опасно, вот где много коридоров, вообще опасно находиться просто. То есть рожа ускоряется еще с течением времени, когда мы запускаем, чем больше генераторов запускаем, тем она быстрее ездит. Эта рожа тут, по этим коридорам. Это, знаете, это как Пакмен чем-то напоминает. Ходишь по этим, как бы сказать, лабиринтам. Вау! Сука, беги. Так, тихо, вроде оторвались! Нет, не оторвались. Так, тихо, беги. Беги, ёб твою мать. Беги, просто. Ой, сука, она выглядывает. Она выглянула. Беги. Беги. Она выглядывать умеет еще. Нихерашечки. Просто нахер беги. Она охраняет эти генераторы. Тихонько. Вау! Так, окей, последний заходик, давай сделаем. Я вот не горю желанием пройти эту игру, потому что, я так понимаю, нам только скажут спасибо, что поиграли, блин, и все, как бы. Но, блин, прикольно, конечно, было бы пройти, но, однако, тут, в принципе, можно сказать, что мы победили, мы 8 генераторов тогда завели, это вообще очень круто. О, смотри, плавает эта рожа за нами, просто идет. Так, смотри, давай сюда сейчас пройдемся, тут точно есть какой-нибудь генератор. Так, есть. Может, как-то можно от нее прятаться за генератором, как бы, за генератор прятаться, так. Еще, блин, стрёмно. Вперед. Еще, наверное, нам скажут, если мы заведем вообще все 10 генераторов, я так предполагаю, нам скажут, так, топайте, короче, к выходу, а мы нахрен не понимаем, где еще выход, нам его надо еще найти, наверное. Ну, это мое предположение, что нам так скажут. А можно спрятаться вот так? Тихо. Так, без паники, так. Я подойду к тебе, генератор, и запущу тебя. Нифига, рожа, оказывается, еще подглядывать тут умеет. То есть она не просто тут летает. Ладно. Так, тут тупики всякие разные. Так, что у нас здесь? 6. Блин, генераторов мы только запустили. Так, вот, смотри, это как бы самое начало, да? Хорошо. Так, давай. Вот этот генератор. Так, давай вперед. Ой, сука! Беги. Так, тихо. Ой, опять преследование. Да иди в срак. Ой, все, чувствую, нам кранты. Так что, в принципе, ребятки, я думаю, на этом мы закончим данную игру. Реально она страшненькая. Реально криповенькая. Хоть и такая... пиксельном стиле, но реально прикольно. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал, если видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.